Всем привет, с вами Руслан Гердос, и сегодня я расскажу о своем канале. В 2011 году я завел свой собственный блог, где решил описывать свои впечатления от различных снаряжений и airsoft приблуд. Популярности было не очень много, но все-таки было приятное внимание. В 2013 году я решил открыть свой канал на YouTube, чтобы более доходчивым в форме видеообзоров, рассказывать о том же самом, ну и плюс дать вам возможность полюбоваться мою заплывшую рожу. А в этом году я дополнительно открыл паблик ВКонтакте, где буду делиться своими идеями для новых обзоров, а также делать анонсы. Итак, на YouTube-канале видеообзоры, в паблике идеи для новых обзоров и анонсы, ну и в блоге старые обзоры и фото с новых. С вами был Руслан Гердос, пока!